Идем дальше. Значит, сегодня я пропускаю вот эту тему. Объясняю почему. У нас сложилась страшная система. Вот. Когда-то совершенно безграмотные люди, которые не знали ни что такое ДНК, что такое гены, ничего не знали. Борьба с генетиками уже была в 20 веке шла, так? Вот. И в тот момент религия в лице церкви, особенно православной церкви, как самая дремучая из всех церквей, извините, я знаю, тут среди моих друзей есть верующие, но я имею в виду иерархов церкви, не вас. Вот. Она настолько отстала от жизни, что стоило появиться со своими наблюдениями и выводами Дарвину, вот, церковь была уничтожена морально для миллионов и даже миллиардов людей. По привычке крестимся и со свечкой ходим. Все это не настоящая вера. Вот. Почему так получилось? Потому что церковь всегда с тех пор и до сих пор шла, хотел сказать, догоняла. Не то, что догоняла, она даже и не пыталась догнать. Вот. Отставание шло дальше и дальше. И вот появился 20 век, вторая половина. Борьба с генетиками закончилась, появился 21 век, появились такие люди, вот, когда-нибудь меня к ним причислят, которые имеют доказательства того, что учение Дарвина – это всего лишь частный случай того, что было заложено в генной памяти животных, растений, насекомых, всех. Вот. И как получилось, что школа, в школах победил атеизм, в педнауке атеизм, в науке в целом атеизм, и в результате школьники получают чисто атеистические знания, а еще точнее вообще их не получают. То, чем их учат, это даже и не знание. Это. Вот. И в результате церковь не оказывает никакого воздействия на общество. Главное, на мораль. Вот. Потому что истинно верующие, хорошо, если каждый 20-й. Я вспоминал истинно верующих в свое окружение. Вообще каждый 100-й похоже. И вот. Вера – это очень сложно. Вера – трудно быть верующим. Трудно, очень трудно в моральном плане. И для того, чтобы им быть, нужно доказательство того, что все было не так. Вот. В школе нужно полностью перекраивать биологию, вообще всю мораль. Но для этого нужно проснуться прежде всего церкви. Наука дала, не ожидая сама, даже не думая об этом, наука дала факты, которые говорят о том, что... Ой, дальше начнется что? Проповедь? Не буду. Но она дала. Сейчас в ученом мире, то есть в церковном мире, должны появиться новые люди. Не чиновники от церкви, которым и так хорошо, потому что не надо напрягаться. Всегда так, когда государство кормит, не надо помогает напрягаться. Вот. Нам нужно сейчас, чтобы церковь взяла на вооружение современную науку. Вот. Если уже я сам от себя десятки фактов нашел таких, вот, то это все должно взять на вооружение. И ученые должны быть именно с этих самых, как мы их называем, семинарии мы называем, высшее учебное заведение есть. Там не нужна долбежка, там не нужна эта зубрежка. Вот. Надо выходить на современные рельсы. И урок должен быть в школе быть такой. Ребята, было времена, когда мы даже не сомневались, что Бог есть и надо жить по Божьим законам. Были времена, когда церкви разрушали. Вот. Историю церкви обязательно должна быть. История, не это самое, не Библию зубрить, а историю. Вот. А история выглядит так, я сейчас все время так хочется рассказать, но не буду. Вот. И вы должны, ребята, знать, что есть два направления. Каждое направление имеет своих апологетов, каждое направление имеет свои доказательства. И у Дарвина есть этот самый жираф с длинной шеей. Но почему Дарвин не объяснил, что у жирафа с длинной шеей не было предшественника с короткой шеей? И много чего, это я так, таких примеров множество. Вот.
И так и хочется начать их рассказывать. Ну, вот подключайте компьютеры, я имею в виду атеистов. А они тоже хотят быть садоводами. И вот рассказать и с одной стороны, а с другой стороны. И чтобы у человека, пусть не появится вера, но появится сомнение в том, что жизнь родилась в грязных лужах. Вот с чему надо. Чтобы в школе так вот деликатно было все преподнесено. А мы бы помогли. Вот в чем дело. А так сейчас верующих, вы что, думаете, как садоводы меньше стало, и верующих тоже все меньше и меньше и меньше. Вы посмотрите, поговорите с любым учителем, который стаж 20, 30, 40 лет. Какие дети были, какие стали, куда идем-то? Надо же думать, чем это самое. Долбить их дальше. Рок-музыку преподавать в школе. Ладно. Хотела все это рассказать. Может, Елена Александровна, может, как-нибудь отдельный фильм создадим, а? Ну. Вот то, что здесь написано, что ДНК является главным подтверждением, это атеист пишет, вернее, бывший, как его назвать, верующий, специальной разработки, потому что вмещает такие объемы информации, которые не вместят даже самая огромная энциклопедия. Я об этом 10 лет толдычу. Хорошо нашел человека, который это думает точно так же. Да, тут это, наверняка и ученые многие это думают. Тут и я не открываю, и он не открывает. Просто молчат, потому что кушать хочется. Так хочется поговорить на эту тему. Вот. Ладно. Прохожу, проезжаю мимо. Смотрите, почему еще. Но это все к тому лекции, которую я хотел рассказать. Вот она, жизнь в воде-то. Это чистая прозрачная вода, без ничего. Это волновые структуры. Это волновые структуры. Как вам? А? Это волновые структуры. А теперь уже садоводство пошло. Но я рассказываю как притчи. Я рассказываю, потому что, надеюсь, когда-то мне нужны доказательства какие-то. Вот. Как я познакомился с Исаевым? Включаю то ли телевизор, то ли радио, сейчас не помню. Это было года 2-3 назад. И только слышу последнюю фразу. Последнюю фразу. Вот она. Значит, больные деревья привлекают себе полчища насекомых. С вами беседовал академик Исаев. Тогда я набрал Исаева и думаю, что ж такое академик Исаев? Наверное, это его была лекция. Но я-то домысливал, и сколько я уже твержу. Больным деревьям мы делаем сами, и тогда оно становится полчища насекомых, его слова. Ну, мы уже добавили с вами плесень, да, помните? Угу. Ходили в Бродского, эти самые. Не подходили мы с этим, и ни одного пятнышка, мы ни разу к психиатрам не подошли. Так же. Вот. Что надо? Нам нужно как-то перестроить науку. Его уже нет в живых. К кому я буду обращаться? Александр Сергеевич, вы на том свете. Спасибо вам. Ведь это для меня такая поддержка, меня же никто не слышит. А теперь смотрите, как это. Помните, я грозился. Сейчас мы еще 20 спокойных минут есть.